Салам алейкум, пацаны! Да-да-да, я решил устроиться работать на автобус. И сегодня я на нем поработаю. Почему? Да потому что моя цель – купить самую дорогую машину в этой игре, друзья мои. А только хорошая зарплата тут, конечно же, это работа на автобусе. Эта игра, друзья мои, называется One State. One State. Ссылочка на скачивание для айфона, для андроидов в описании под видеороликом. Также вы можете, друзья мои, ввести мой личный промокод в описании и получить на свой аккаунт плюшки. И, друзья, сегодня мы с вами получим права на автобус. Права я уже купил, они стоят 31 тысячу, и сейчас мне нужно пройти вождение. Друзья, пожелайте мне удачи, сразу говорю, эта игра онлайн, вы тут можете найти себе друга, собеседника, а может быть даже кто-то из ваших друзей играет в эту игру. И тут вы можете стать кем захотите и делать все, что захотите. Стать милиционером, да вообще все, что вы тут захотите, вы тут можете сделать, тут спокойно. Игра онлайн, друзья мои, очень большая карта и много тут чего, скажем так, даже... Позднее время я снимаю эту игру, да, точнее снимаю для вас видеоролик. И тут уже онлайн 100 человек, люди играют. Ну что, друзья, пожелайте мне удачи, надеюсь, я права сдам хорошо. Так, автобус мы уже завели, я вам покажу, какую я хочу себе потом приобрести тачку. Поехали, первую отметку мы должны проехать. Так, первую отметку мы проехали, нормально, ой-ой-ой. А по управлению, друзья мои, я скажу, не такой-то, в принципе, и хороший. Его прям так сильно заносит. Так, нам нужно потом налево. Нам главное сейчас сдать права. Это самое главное, что вообще тут есть, друзья мои. Это реально автобус, очень хороший заработок, где можно очень много получить опыта на этом автобусе, да. И помимо этого еще можно хорошо на нем заработать. Даже не просто хорошо, а очень хорошо. А, давайте вниз едем. Отметка внизу, да. То показано, как будто нам нужно свернуть направо. Так, тут мы получается, сейчас мы это... Получим отметочку. Так, заберем налево. Интересно, сколько мне нужно проехать на автобусе, чтобы себе, скажем так, именно получить права. Права, кстати, недорогие. Думаю, они намного дороже стоят. 31 тысячу это вообще понты, если честно. Но самое главное, друзья, вы можете по карте ездить, да, собирать людей, высаживать людей на остановке, да. Также собирать людей на остановке. И все. Так, все, друзья мои. Спокойно мы это все сделали. Так, теперь открыть пассажирскую дверь. Так, нам нужно остановить, скорее всего. Давайте остановимся. Остановимся. Открываем пассажирскую дверь. Открываем пассажирскую дверь. О, открылась. Все, спокойно. Теперь закрыть. Все, изи. Что еще? Так, хорошо. Едем назад. Скорее всего, сейчас нужно будет забрать, наверное, пассажира, да? Если я не ошибаюсь. Ну-ка, давайте задним ходом постараемся сдать. Что тут у нас будет тут показано? В смысле? Это нам нужно... А, все, друзья, понял. Нам нужно опять, скажем так, поездить. Только непонятно для чего, если мы уже проездили определенный метраж. Ну хорошо, поехали, без проблем. Я, скажем так, не все равно, на чем ездить. Не пешком хожу. Так, на автобусе мы, в принципе, тоже довольно-таки быстро ездим. Скорее всего, сейчас мы будем возить на пассажиров, друзья мои. Сразу говорю, сдать на права это проще и простого. Если хотите, друзья, сдать на права, все очень просто. И я, наверное, их уже сдал. Все, изи. Права на автобус сданы, друзья мои. Водительские права, эпическое. Все, теперь у меня есть права на автобус. Давайте посмотрим. Зайдем мы сюда. У нас теперь есть, получается, вот, водительские права. И вот, у нас уже есть, получается, категория, наверное, С. Да, это категория С, наверное. Неплохо, друзья мои. Автобус мы сдали. Точнее, на автобус мы сдали. Вот моя новая тачка. Lamborghini. Смотри, какая бомбовая. Но тут еще есть, кроме этой тачки, еще есть офигенная машина. Конечно же, что? Тут есть офигенная машина Bugatti. Прям очень бомбовая машина. Почему этот чел не выходит, так я не понимаю. Ладно, давайте мы машину, скажем так, заново ее получим. Заново получим вот так. Где она? Вот так, да. Чтобы эти баклажаны сидели... Там дальше. Ага. Сиди, сиди. Так, сразу машину закрываем. Закрыть. Да-д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 а. Поехал. Ну что, друзья мои, я считаю, это реально очень бомбово. Мы, в принципе, уже, в принципе, отучились на права. И следующий видеоролик я вам покажу, как я работаю на автобусе и сколько мне получится на этом автобусе заработать. А заработать, думаю, мне получится довольно-таки очень много.
Друзья мои, всем желаю приятного просмотра к следующему видеоролику. Я вас люблю. Не забывайте скачивать игру. Это игра One State. Видите, сколько тут игроков? Всякие, даже на скутере, да, даже на скутере катаются. Гемат людей на остановке. Ошалеть. Нифига. Здорово, пацаны. Здорово. А че тут трётесь? Да, не знаю. Все нормально у вас? Да, ну да, нормально, все хорошо. Никто не обижает? Не бывает. Хорошо. Камера. А что, если не обижать? Все, мне вроде никто не обижает. Все, если что, говори, окей? Да. Все, все. Все, короче, если что, ну, говори. Стой, короче, если что, говори. Ну, стой, давай нам в друзья. Садись в машину, поехали, прокатись. Давай. А, пацаны, играйте в игру, найдете себе друга. И под хорошим концом мы будем завершать эту, друзья мои, этот видеоролик. Знаете, что я вас очень всех люблю, и ждите у нас, скоро будет еще один очень бомбовый видеоролик. Всем пока, всех люблю, до новых встреч, а мы поехали с ним делать дела.